ще укріпляй. Сам раба Твоєго Олександра, предходите священосце святым Твоим таинством изволившего, украсине скверными Твоими и непорочными одеждами. Да просвещен и будущим в третьем веце примет жизни тленный венец, со избранными Твоими веселяйся во преснослушном блаженстве. Яко святися Твое имя, прославися Твое царство, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков. Аминь. Апостоли святые, молите милостивого Бога до прегрешения оставления подаст душам нашим. Уст Твоих, яко же святость огня высиявшу благодать, вселенную просвети, не сребролюбие мира и сокровища снизка, высоту нам смиренно мудрее показано Твоими слови Сына Казуя, Отче Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога, спастися душам нашим. Во всю землю изыди вещание Твое, яко приемшую Слово Твое, им же боголепно научил еси, естествосущих уяснил еси, человеческие обычаи украсил еси, царское освящение Отче преподобни, моли Христа Бога, спастися душам нашим. Пасхальская свирель богословия Твоего риторов победи трубы, як уже бо глубины духа изыскавшу, и доброты вещания приложившись Тебе, но моли Христа Бога, Отче Григория, спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитвами Господи всех святых и Богородицы, Твой мир дашь нам и помилуй нас, яко един щедр. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Божий Вседержителю, избери раба Твоего сего, освети его, и дашь ему со всякой мудростью и разумом божественных Твоих словес поучения и прочитания творите, сохраняя его во непорочном жительстве. Милостью и щедротами и человеколюбием, единородного Твоего Сына с ним же благословенный си, со всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Старинное послание святого апостола Павла, чтение. Он мем. Братья, аще же Христос проповедуется, яко из мертвых хвоста, как оглаголют нец и вас, яко воскресение мертвых несть, и аще воскресение мертвых несть, то не Христос воста. Аще же Христос не воста, че оба проповедание ваше, сейчас же и вера ваша, обретаемся же и лжесвидетели Божии, яко послушество вахом на Бога, яко воскреси Христа, Его же не воскреси. Аще оба мертвые не устают, аще бы мертвые не восстают, то и не Христос воста. Чадо первой степень священства чтеца есть, подобает уба тебе на всяк день Божественное Писание прочитывати, дослушающие и зрящие тебя создание приему, и тебе самому мяжи теперь притворишь, никак уже постыжая тебе избрание, целомудренно бы и свято и праведно жительствуя, и человеколюбца Бога милостиво возимаши, и вящий располобище сослужения во Христе Иисусе Господе нашим, Ему же слава во веки веков. Аминь. Благословен Господь, Всебыстро Божий Александр, честь Святейшей Церкви Святаго Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.